О, май гад, ползучие. Так, здесь теперь 8 часов еще ждать будем. То есть ничего, да? Просто взять не может быть. Прекрасно. Where is the room? How to get there is with the elevator. Так, все, сумки. Что, жизнь начинается? Новая жизнь начинается. Не-не-не, куда? Мы еще не поняли ничего здесь. Кроме негатива. Свобода, негатив только. Пока, да. Вот тут поехали, что-то холодное. Пока мы еще не разобрались, поэтому. Ну, нам сказали, что вроде должно быть теплее, но хотя мы смотрели по прогнозу. Я посмотрела, 28 апреля у них заканчивается зима. Так что на всякий случай. 28-го? Да. Завтра только 27-е. У них своя зима. Ну да. Мальтийская. Когда мы видели? Вчера или позавчера? Позавчера. Позавчера? Да? Позавчера, да. Точно. Вы так бродите. А, вы так решили, вы пожили, да? Ну, мы были в одном месте. Мы были в самом шикарном отеле, где есть этот, как его? Пресс для брюк. Пресс для брюк, да. Который не работает. Это слима на брюк. Вот. И есть вот такой еще, смотри, вот такая еще шапочка есть. Тоже. Самый дорогой отель был. Какой у вас? У нас 8-0-2-0. Значит, да. Друзья, сейчас покажу вам наш номер. О, нормально. На, вставляй карту. Вставляешь. Да. Да, у меня такого не было. У вас прям как будто только что убрались или да, да. Прям вот совсем как будто только что убрались. Ну это совсем. Ой, ну это ничего так, нормально. Давайте я вас останавливаю, пока это где-нибудь, может быть, минут так. Ну смотрите, через сколько. Да. И вот просто это. Не-не, сейчас, если ты свободный, сейчас пойдем. А, все-таки. Я просто сейчас для зрителей хочу, мне надо единственное снять все, комнату все, и все. Не-не, ты можешь оставаться, хочешь, как тебе удобно. Хочешь? Так, тут как... Ну вот реально, я рада вас. Так, друзья, я сейчас покажу вам это жилье, которое мы все-таки с огромнейшим трудом добились. Скажу сразу, что здесь очень сильно пахнет плесенью. Так, горячая вода есть, это уже хорошо, потом сразу идет, это очень тоже удивительно. Так, тут этот туалет, ванна. Вот этот бройлер стоит, или как называется он, Electrolux. Это значит, что водой горячей надо пользоваться по чуть-чуть, не перебарщивать. Есть такая машинка, не знаю, как она работает, но есть вот эта вот электроплита. Также есть, вот, есть также типа духовка. Ну, по крайней мере, функционирует этот значок, есть сигнал. Так, здесь у нас типа кранчик такой, вода тоже есть. Она есть. Горячая, я имею в виду, есть, холодная тоже есть. Так, что у нас дальше? Здесь какая-то дверь у нас интересная. Почему-то к соседям. Есть сейф такой для хранения. В общем, не нужен, но он как бы есть. Возможно, скорее всего, он должен работать. Тут шкафчики. Так, обычные такие шкафчики.
Ну, это одна кровать, вторая кровать, телефон. Телефон, как вы понимаете, местный, но чисто вызывать этих местных. Так, здесь у нас тоже шкафчики. Телевизора нету. Должен был быть, видать, телевизор. Не знаю, по закону он там должен был быть или нет. Есть такие, типа, для детей, наверное. В принципе, здесь можно и взрослым спать, но, видать, такой номер. Так, это, скорее всего, должен быть кондиционер. Стол. Такие вот два стула. В общем, на самом деле, номер такой просторный, то есть не маленький он. Очень даже хороший. И здесь у нас такой балкон. Такой балкон. Вид. Даже не готов сказать, какого гражданства, потому что... Такие вот дела. Так, и все, интернет здесь нету. Интернет есть, я так понял, что на ресепшн есть. Сколько стоит этот интернет в час, или как он сказал? В час 2.50. 2.50. И только на том ресепшн. Только на том ресепшн. 2.50 на том ресепшн. Все понятно. В общем, как вы поняли, 2.50 евро стоит один час интернет и в том здании, то есть даже не в этом здании. Такие дела. А номер стоит... Номер сколько точно стоит? 17 евро. Все, номер стоит 17 евро. Пока все. Смотрите, обзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Находимся на Мальте.